Уже в сентябре этого года к нему присоединились 4000 школьников со всего Приморского края. Инициатива призвана способствовать ребятам определиться с будущей профессией. Сделать верный выбор учащимся помогают педагоги, психологи и эксперты из различных отраслей. В этом году проект значительно расширил линейку форматов работы с детьми. Усовершенствована система тестирования, которая позволяет выявить сильные стороны ребенка до и после знакомства с разными профессиями. А первый в России профориентационный сериал знакомит школьников с вдохновляющим опытом специалистов из разных областей. Для педагогов на электронной платформе проекта есть конструктор будущего, открывающий новые возможности для проведения уроков по профориентации. Примерить актуальные специальности можно не только онлайн. «Билет в будущее» включает серию очных профориентационных мероприятий, которые позволяют узнать основы востребованных профессий и выполнить реальные производственные задания под руководством наставников на площадках. Для участия в активностях проекта школьникам необходимо зарегистрироваться через образовательную организацию, в которой они обучаются. На сегодня в Хасанском районе реализуют этот проект три учреждения – средние школы номер 1 и 2 в Славянке и вторая средняя школа села Барабаш. В каждой из школ есть свой навигатор. Он и проводит мероприятия по ранней профориентации.